Начнем с того, что впервые за долгое время украинские силовики смогли наконец похвастаться хорошим результатом. Громкое преступление раскрыто. Подозреваемую в совершении убийства полковника СБУ Александра Харабирюша задержали в Одессе. Ее удалось буквально выманить с оккупированной территории. Напомню, полковник Харабирюш был убит в марте этого года в Мариуполе. Почерк этого преступления был типичным для последнего времени. Киллер взорвал автомобиль. Сослуживцы полковника пообещали сделать все, чтобы найти и наказать виновных. Сколько за убийство получил киллер и как было раскрыто это преступление, смотрите далее. Утро 31 марта этого года. Мариуполь. В оцеплении правоохранителей пожарные тушат взорванный джип. Преступление совершено дерзко в нескольких метрах от центрального райотдела полиции. У меня такое впечатление было, что у нас тут начали бомбить. А позже стало известно, за рулем машины был полковник СБУ Александр Харабирюш. Співробітник СБУ, фактично керівник контртерористичної підрозділу Донецького управління СБУ, загинув у власному автомобілі, відбувся вибух, він втратив обидві ноги і від кровотечі помер у швидкій допомозі. Александр Харабирюш был очень заметной и даже знаковой фигурой для Донбасса. Украинский патриот, родом из Донецка. В военных кругах его называли Саша Хара и очень уважали. Враги боялись. Харабирюш был одним из самых эффективных контрразведчиков. На его счету около 80 задержаний российских агентов и террористов. И в большинстве операций он принимал участие лично. Поэтому одной из первых озвученных версий убийства был российский след. И вот сейчас, спустя полгода, об этом говорят как о доказанном факте. Мы знаем значительно больше, чем сейчас можем сказать. Я скажу лишь то, что эта людина входила до так называемого центра специальных операций, который действует под эгидой МГБ ДНР. Центр координируется и финансируется спецслужбами Российской Федерации. А на этой неделе задержали исполнительницу убийства. Жительницу Донецка удалось выманить на подконтрольную территорию. Она приехала в Одессу оформлять биометрический паспорт. Хочу сделать добровольное заявление. Я Просолова Юлия Вадимовна, 13.07.1988 года рождения. Совершила преступление в городе Мариуполь 31 марта. Убийство полковника Александра СБУ. За виконання своєї роботи вона отримала, за попередніми даними, 15 тисяч американських доларів. Юлію Просолову удалось задержати благодаря відео з камер наружного наблюдения. Вокруг ходила, смотрела. Один раз уже хотіла подойти, села в арку, відкрила рюкзак, подняла голову, на мене смотрит камера, испугалась. Ушла. Но в конце концов Просолова вернулась и прикрепила взрывчатку к днищу машины Харабирюша. Этот момент тоже есть на видео. Убийство полковника СБУ расследуют по статье «Теракт». И хотя исполнительница поймана, следствие еще продолжается. Еще раз важно заметить, насколько это убийство полковника Харабирюша похоже по почерку на убийство Павла Шеремета. Взорван автомобиль. Сила взрыва была такой, чтобы Шеремет не смог выжить, но при этом случайные люди не пострадали. Киллер – женщина. Вот только в расследовании убийства Шеремета нет никакого прогресса уже более чем полтора года. Да и журналисты исследуют факты этого дела даже тщательнее, чем сами следователи.